Магазин «Арт-рыба» ежедневно открывает свои двери для новых и постоянных покупателей. Пикша горячего копчения 199 рублей, навага свежемороженое 68 рублей, филе трески свежемороженое 395 рублей, масло подсолнечное 79 рублей. «Арт-рыба», море рыбы и океан вкуса. Когда в этом году будут каникулы в школах города и района? По поручению губернатора Вологодской области в этот год каждый муниципальный район определяет единые каникулы на своей территории. В Великоустюгском районе также принято решение, что все школы, и городские, и сельские, будут придерживаться единого графика каникул. Первые каникулы у нас начинаются с 1 ноября и длятся до 8 ноября. Зимние каникулы у нас начинаются 31 декабря и длятся до 10 января. Кроме этого, советом директоров и управлением образования принято решение включить дополнительные каникулы в феврале. Это вызвано решение тем, что в этот период чаще всего у нас возникает вспышка заболеваемости простудными болезнями, а также многие родители всегда жаловались, что детям сложно в третьей четверти, так как она большая, без отдыха сложно учиться. Поэтому дополнительные каникулы мы тоже включаем в график с 21 февраля по 28 февраля. А весенние каникулы у нас начнутся 28 марта и продлятся до 4 апреля. Ну и на летние каникулы традиционно дети уйдут с 1 июня до конца августа. Я считаю, что данный график разумный, соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. В общей сложности составляет более 30 дней в году, за исключением летних каникул. Поэтому, я думаю, это будет удобно и родителям, и детям. Главная идея, для чего все школы в едином графике должны соблюдать эти каникулы, потому что некоторые дети ходят в разные школы, и для того, чтобы семье грамотно, правильно, рационально организовать отдых детей или присмотр и уход за ними во время каникул, так будет правильно, я считаю.